ближайшее время налоговая система меня проинформирует, как они работают с комитетом госконтроля, спецслужбами по поводу нарушителей уплаты налогов. Нарушителей налогового законодательства. Не секрет, что у нас далеко не все платят налоги, столько, сколько должны платить. И зарплаты в конвертах. Знаю, что в этом плане идет активная работа, но я хочу, чтобы и бизнесмены, и предприниматели меня услышали, что мало потом не покажется, и обижаться не надо. Уход от налогов и теневой оборот в сфере торговли и услуг абсолютно недопустимый.